Ой, девочки, смотрите, какое красное солнце. Закат, солнышко садится. Но оно прям такое ярко-красное, не знаю, наверное, по телефону это не передается. Симпатичная вообще. Интересно, вот так, может быть, лучше видно? Не знаю. Вообще такая красная-красная тарелка. Классно. Ну что, девочки, первый день закончился. Я видео уже смонтировала. Оно уже выводится. И я начинаю уже следующий влог, который будет называться день второй. Но вообще поточнее, если это быть, то это сутки вторые. Первые сутки, вот у меня вчера они уехали полтретьего, и я как раз сегодня до полтретьего и снимала. Ну потом я отдыхала и все. А сейчас я начинаю. Следующее видео будет называться день второй, но по сути вторые сутки, вторая ночь у нас ждет сейчас с Милой впереди. Вот. И так как я рано встаю, я, в общем, все дела делаю, как правило, до обеда, ну, максимум до 4 часов. Потом у меня ни на что уже нету силы, я уже ничего не делаю, естественно, ничего не снимаю. Но физических сил у меня нету, но зато у меня уже сидячая работа появляется, и у меня есть возможность за вечер смонтировать видео. Поэтому видео будет не с утра до вечера, а как бы, можно сказать, с обеда до обеда, вот так. Вот. Но это я вам просто так решила разъяснить. Вот сейчас я уже готовлюсь ко сну, умылась, зубки почистила, масочку нанесла и сделала свой любимый коктейль. Сегодня я решила коктейльчиком побаловаться перед сном. Это вот такой wellness коктейль, это Faberlic. Кстати, вкусненький, я уже вам показывала. Клубничку я взяла с собой. Дома у меня еще черная смородина есть. Такой, знаете, легкий, вкусный. И самое главное, что он отбивает аппетит, когда вечером уже вот после ужина прошло время, и вот хочется что-то перекусить, вот лучше всего вот этот коктейльчик выпить, и все, аппетита уже не будет, и ночью будете спать спокойно, не будете просыпаться и нырять в холодильник. Кстати, я сегодня уже вечером увидела, садится солнце, красный такой закат, и я быстрее схватила камеру и сняла этот закат. Но в то видео оно уже не попало, а вот в это видео я вам сейчас ставлю. Посмотрите, какой закат красивый. Прям, знаете, такое красное солнце вот такое. Оно прям на горизонте вот так садится. Ну, классно. Вот она пришла. Вот она. Вот она. Спала целый день сегодня. А чем мы с тобой будем ночью заниматься, а, Милка? Ты ночью будешь спать, скажи мне? Или ты будешь гулять, горцевать будешь на мне, а? Скажи мне честно, признавайся. Тебя мутузить некому, Дыньки нету с тобой играться. И вот поэтому все, спит целый день и спит. Ну, покажись людям, пусть на тебя хоть посмотрят. Ручная вообще жуть какая-то. Вот она спит, 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 потом проснулась, пришла, покушает. И потом она за мной ходит, либо на меня вот так залазит, садится. И все, и полоскайте меня, вот она я. Ну что это такое? Ручная прям кошка, невозможно. Куда я, туда и она. И прям на меня залазит, и все. Вот она вот, ну, вот так вот. Вот ей надо вот так, и все. Ну что делать? Я не знаю. Ну все, девочки, видео выводится. Коктейльчик сейчас попью, еще посмотрю телевизор и будем спать, да? Время уже 10 часов. Ну, я еще пока не сплю, хотя сегодня не выспалась, может, усну раньше. Ну, обычно я часов до 11-12 как-то вот не привыкла засыпать. Хотя по-всякому бывает. Ну, все, спокойной ночи, до завтра. Всем доброе утро. Вот она. Вот она понеслась. Мила меня сегодня разбудила в 5 утра. 5 часов утра. Начала кусать мне пальцы, начала уже заигрывать на кровати со мной. В общем, короче, я встала уже. Ну, я уснула, правда, где-то около 11, так что часов 6 поспала, и хорошо. Все, уже умылась я, села кофе пить. Все, вот мой кофе. Вот так устроена кошка, понимаете? Вот ей вот спала-спала вчера целый день. Вечером легла так нормально, уснула со мной рядом. И все, вот она выспалась, и давай ей носиться теперь, носиться. Сейчас она будет порхать тут с дивана. А ну-ка, Мила! Сейчас она будет порхать тут с дивана,
на кресло туда-сюда летать. В общем, короче, сейчас я ее угомоню и сяду. У меня как раз видео выводилось, сейчас сяду его проверю. В общем, есть чем заниматься. Главное, знаете, вот хорошо, когда вот проснешься, да, хоть в 5 утра, хоть в 3 утра, хоть в любое время, когда проснешься, и не нужно часами долгими вот ходить на цыпочках, чтобы кого-то не разбудить. Вот поэтому люблю жить одна. Поэтому я могу рано уснуть, я могу рано проснуться, но потом я просыпаюсь, у меня день начался. У кого-то начинается он в 7 утра, у кого-то в 10 утра, у меня может начаться в 5 утра, в общем, и все. Сейчас кофе попью, раскачаюсь, а потом уже посмотрим, что я буду делать дальше. Немножко прохладно сегодня ночью было. Вот утром проснулась уже. Видите, уже не бретельки, а уже бретельки потолще. Будет еще холоднее. Бретельки еще потолще будут. Бретельки. Бретельки. Вот такой вот у нас рассвет. Сейчас уже 5:30. И вот красиво, когда от домов отсвечивается солнышко. Смотрите, как красиво. Прям. И все это на зеленом таком фоне. Да? Классно. Надо еще стекла помыть с той стороны и с этой, чтобы вообще было чисто. Девочки, собралась я в магазин. Сейчас утро еще, но уже не так холодно. Утром что-то прохладненько уже становится. 10 часов утра, я уже кашку овсяную поела, телевизор посмотрела, комментарии почитала, опубликовала видео. В общем, сейчас пока ничего такого делать не хочу, но я хочу сходить в магазин, купить какие-то продукты, которые мне нужны. Зайду, наверное, в магазин, который тут открылся недавно, посмотрю, что там есть, какие там цены. Кстати, я как только начала одеваться, Милка уже сразу чувствует, что я собираюсь уходить. Все, она забегалась, она уже и на меня на руки лезет, просится, и к двери сядет, и прям вот загородила выход, не пускает. То сядет, вот сделает такое лицо обиженное. В общем, короче, не хочет одна, чтобы оставалась тут она, да, Мил? Вот, в общем, короче говоря, ну ладно, я-то ненадолго иду. Кстати говоря, думала взять машину, может быть, поехать там на рынок, а потом думаю, да не хочу что-то я никуда вообще ехать, я хочу тут рядышком сходить, у нас магазин рядом, все есть, в общем, мне ничего такого не нужно. Записалась на стрижку аж на 31 число, потому что моя мастер, она в отпуске. Вот, и я думала, что если вот уже в салон поехать, то тогда бы я машину взяла. А сейчас вот мне ехать, собственно говоря, некуда. Даже вот дочки нету, оставила мне ключ, да, документ вот этот на машину. И я могла бы сейчас поездить немножко на ней, а мне ехать некуда. Вот поэтому я машину отдала тому, кому она нужнее, да. То есть, ну, я не совсем прям уже прям подарила, но отдала, пусть ездит, пока ей надо, пока ей не на чем. А мне уже как бы ездить и некуда, вот так вот. Милочка, иди сюда, зайка. Иди, маленький, иди. Иди сюда. Давай. И оп. Это она запрыгнула. Поздоровайся с людьми. Скажи всем здрасте. Это я. Это я, и не хочу никого отпускать. В общем, общительная кошка такая. Правда, она очень любит общение, не любит быть одна. Но она одна там где-нибудь может еще там полежать, поспать. Но ей обязательно нужно прийти, вот рядом на меня залезть, чтобы вот тут она сядет, вот тут ей легче уже. Вот это легче на душе и все. Да, Милка? Вот, ну все, девочки, пошла. Я, если что-то будет интересное, в магазине сниму. А если ничего не будет интересного, тогда сниму уже, когда приду, что я там купила. В общем, ничего такого особенного не собираюсь. Но я хочу еще и прогуляться так по воздуху, и в магазин заодно сходить. И мусор заодно вынести. Люблю, девочки, вот эту одежду. Вот летом хожу, можно много чего одеть, но вот эти платья, сарафаны, особенно без карманов. Люблю вот эти бриджи. Телефон в один карман, ключ в другой карман. Тут еще карманы, сзади карманы. Люблю, когда много карманов. Вот удобная одежда, вот. И нравится, и хожу. Ну все, пошла я. Мила уже на пороге сидит, не пускает меня выйти. Ну ладно, все равно я выйду. В общем, девочки, в магазин я сходила, заскочила по пути на рынок, тут небольшой есть, посмотрела, какие там цены. Ну, думаю, на обратном пути зайду на рынок, возьму там овощи уже. Зашла в Пятерочку, а там кабачки и баклажаны, и лук.
и болгарский перец. Все там дешевле, чем на рынке. Притом у меня еще скидка 5% идет. Короче, набрала продукты все в магазине. Сейчас покажу вам, что я там взяла. На улице не стала снимать. В магазине шумно, на улице шумно, дорога. Еще ветер что-то дует. Ну так, в общем-то, не жарко, не холодно, свежо. Если бы ветра не было, была бы отличная погода. В общем, я быстрее-быстрее с сумочками домой пришла. Сейчас покажу вам. В общем, девочки, нахватала я два пакета. Буду готовить. Короче, в одном пакете тут овощи, баклажаны, кабачки. Хорошенькие такие все, целенькие. Лук взяла. Огурцы, помидоры. Помидоры розовые. Персики такие хорошие, крупные. Так. Взяла шампунь. У дочки шампунь, который не очень мне подходит, а который подходит, закончился. По акции вот эта зубная паста, моя любимая, тоже она уже заканчивается. Я взяла, хорошая скидка на нее сейчас. Ну, взяла одну Активию. Детское питание я взяла уже. Дэня, когда приедет, они приедут поздно. И с утра никто же с утра не побежит в магазин, да? Я взяла вот это, он любит такое мясико кушать. Так, ну что еще я взяла? Ватрушка, две булочки венские. Вот эти вот взяла вкусняшки, Наполеончик, шоколадные. И еще одно пинчер. Вот эти вот очень вкусные, мне нравятся десертики. Милочка, зайка, тебе ничего не взяла тут. Ты такое ничего не ешь. Так, ну вот посмотрите на нее, лезет. Так, взяла сметанку, там пельмени есть. Яблоки, бананы, макароны, так, болгарский перчик, сливочное масло. Ну и взяла Деньке немножко питания. Сок ему взяла так, чтобы он пришел тоже, захочет поесть, чтобы было. А то они все выгребли и уехали. Вот, сейчас я все это разложу. В общем, не знаю, буду сегодня готовить или нет, посмотрим по желанию, по настроению. Вот это все взяла на 1100 рублей. Недорого, ну потому что у меня скидочки. А в холодильнике я порядочек уже навела, освободила полочки. И, в общем, сейчас буду закладывать. Ну, наверху там всякие сладюшки, вкусняшки, там Дынькины, мамкины. Вот, эта бутылка с дня рождения осталась. Вообще, надо ее убрать отсюда, наверное. Ну и все. Тут, кстати говоря, вот в банк прям в коробочку положила вот эти разные соусы, там кетчуп и вот это все. То, что я готовила, хлеб, макароны, овощи. Ну и все. Так-то вот яйца еще есть. В морозилке еще надо разобраться будет. Девочки, я сегодня решила побездельничать. Сейчас поспала, проснулась, хочу перекусить. Но готовить не особо ничего не хочу. Поэтому я взяла один кабачок и решила пожарить вот на этой сковороде гриль. Кстати, прикольненько она жарит. Мне нравится. Смотрите. Пару сосисек. Парочку яичек сюда, наверное, кину. Яиц. И все. Зеленью присыплю. Будет красиво. Ну вот мой ужин готов. Вот такой вот вредный ужин. Я решила поесть. Ну, мне так захотелось. Ну что, мои хорошие, вот и вечер наступил. Милочка, вот она. Мы сегодня тунеядцы с Милой, два бездельника. Она целый день дрыхнет. То выйдет, что-то тут помурчит или поиграет немножко, и опять. И я тоже днем что-то приснула. Как с магазина пришла... Да, Милочка, дай расскажу. Как с магазина пришла, что-то так подустала, покушала и легла, уснула. Проснулась, и что-то мне такое не кайф что-то делать. Поужинала и опять легла, смотрела сериал. Смотрела сериал там, лежала на диване. Сейчас переехала смотреть телевизор уже тут на кровати. Уже спать пора скоро. В общем, так что сейчас какой-нибудь фильмец посмотрим по телеку. И будем спать, да, Мила? Да, мордашка? Скажи, скажи. Да, скажу, да-да. Скажи, да-да. Да. Мур-мур. Милка-воображулька. Ну все, девочки, спокойной ночи.
Завтра продолжу влог. В общем, влог у меня будет не только второй день, но и третий день прихватим, потому что я сегодня очень мало чего снимала. Так что завтра посмотрим, что будем делать завтра. Всем спокойной ночи. Кто кусается? Кто это кусается? Это любовь ты так проявляешь свою, да? Покусаться бы только, да? Зубастая создать. Мила? Мы проснулись. Да, милочка. Мы проснулись. Время 7:10. Нормально поспали мы сегодня с тобой. Ну что, встаем, что ли? Мила, а что ты хочешь? Ты что за мной ходишь все утро? Я не пойму. Я тебе кушать положила, водичка у тебя есть. Ну-ка. Что тебе надо еще? Или тебе водичка, не водичка? Тебе другую надо поменять? Это водичка тебе или не водичка? Ну-ка, смотри. Нет, не водичка. Ну-ка, давай поменяем. Так, я хочу сделать кофе. Хожу, то к мойке пойду, то это. Ну вот смотрите, что вот это просто вот вообще не знаю, что. Хороший недостаток, между прочим, вот такой у этой породы. Она любит ходить вот у вас между ног, когда вы куда-то идете. Она не то, что идет рядом, она просто идет между ног, и чтобы вы спотыкались об нее. Все утро я вышла, пока пошла в умывальник, пока пошла на кухню, умылась. Хочу сделать кофе. И вот этот хвост ходит за мной всю дорогу. Это невозможно просто. Мила, тебе больше что, заняться нечем, как ходить за мной? Мы и так всю ночь с тобой спали в одной кровати. Ой, короче, компанейская кошка, просто, можно сказать, утрирована даже чересчур. Так, а это что? Вот тебе вот здесь на мое рабочее место никто не разрешал вообще на стол залазить. Я уже табуретку под стол уже засовываю, чтобы она туда не прыгала. Она уже с пола прямо на стол. Вот засранка такая. Что ты хочешь? Накормила, напоила. Что тебе надо? Выспатая, что? Что тебе надо? Она хочет, чтобы я просто ее сидела, гладила, но не выйдет. Мне вот нету такой потребности, знаешь, в жизни сидеть, кого-то наглаживать. Ну что тебе, никак не мется, а? Милочка, что ты сама по себе? Кошки любят ходить сами по себе. А ты кошка, которая не любит ходить сама по себе. Ты любишь ходить хвостом за мной, да? Покусаться любишь, помурлыкать, чтобы тебя погладили или поиграли. Много внимания себе, очень много. Это эгоизм вообще-то. Очень много ты на себя внимания берешь. Доброе утро, девочки! Вот эта кошка, она просто эгоистка. Она любит, чтобы внимание было только ей. Да? Чтобы все время с ней играли, все время с ней занимались. Вот она, вот она. Иди сюда, ладно, садись. Девочки, ну, наконец-то я вам доброе утро сказала, да? Вот, короче говоря, что я сейчас пью? Кофе, просыпаюсь. Я хочу сейчас сделать икру из кабачков и баклажан. Я вчера специально это купила. И прямо вот на сковородочке хочу это потушить. Я хочу вам сказать, я всегда делаю кабачки вместе с синенькими, с баклажанами. Потому что они тогда икра получается более такая, вот знаете, ну, когда она вот моно, да, идет и только из кабачков, она, ну, какая-то вот простенькая. Из баклажан она слишком такая вот ядерная получается. Ух ты, впилась-то в меня ногтями как. Я уже поцарапанная вся. Вот. А когда вот в перемешку пополам кабачки с баклажанами, она получается и нежная от кабачков, и пикантный такой вкус от баклажан. Ну, естественно, туда помидорчики, болгарский перчик положу. Вот. И сейчас я кофе попью. В общем, кабачки с баклажанами получаются вкуснее, когда их делать в перемешку вместе. Вот попробуйте, если кто не пробовал, я думаю, вам понравится. С баклажан кожуру
Снимать дело добровольное. Кто-то ее может очистить, если не любит ее. Я, например, не очищаю. Мне она как-то не мешает, в общем. Можно обдать кипятком, обчистить, можно просто почистить ножичком. Ну, кому как нравится. Вот. Так что на завтрак я, как всегда, овсянку кушаю. Ну, пока вот это все потушится, к обеду как раз она подостынет, будет то, что нужно. Ну, вот такое вот небольшое количество я взяла. Кабачки, баклажаны, помидорчики, болгарский перчик, лука. И, в общем, сейчас это все порежу. Можно мелко, можно крупно, как хотите, в общем-то. Среднее порежу. И буду тушить на медленном огне. И до готовности уже. Девочки, почти перед каждым приготовлением я точу ножи. Хотя и точилка для ножей есть, но мне как-то вот уже привыкла я точить вот так. Сейчас возьму такой большой пистак, и удобно кромсать овощи и мясо тоже. Таким образом я чувствую, когда нож уже наточен, я это просто ощущаю. Так, ну и что? Ну и что? Девочки, вот мне очень нравится вот такая вот доска, которую раз согнул и сыпал все. Очень удобно. Я вот сейчас уже дома, и здесь вот такая доска. Другие есть, но вот это мне нравится больше всего. Которая сгинается. Она и плотная в то же время. Кстати, я брала ее в фикс-прайсе тоже. И дочка. Мне нравится. Вот. В общем, готовлю я все это на умеренном огне. Масло, если маловато, можно подбавлять. Это уже смотрите сами. Главное, чтобы оно не было сухим и не подгорало. Вот, на умеренном огне, чтобы оно не подгорало, а в то же время оно, чтобы усаживалось. Потому что эти овощи, они усаживаются, если их сразу наложить, куча будет. Трудно будет мешать. Я их потихоньку подрезаю, добавляю, и потом они усаживаются. Все, в общем, у меня остался помидор, болгарский перец, кабачок, баклажан. Уже там лук. Первым делом лук. Можно его сначала даже чуть-чуть обжарить, а потом уже добавлять кабачок, баклажан и все остальное. В принципе, не имеет особого значения, как бы в каком порядке, но вот мне, например, уже понятно, что мне в этом порядке класть все это очень удобно. Ну все, сейчас я вот это вот доделаю. Я то этим ножом, у меня два ножа здесь под рукой. То одним ножом, то другим. Одни овощи удобно одним ножом, другие овощи другим ножом резать. Вот так что... Продолжаем нарезать. Сейчас я уже вот это вот закончу. И немножко подрумянится. И тогда я уже закрою крышкой и буду тушить. Ну, подсолить лучше где-нибудь ближе к концу. Лавровый листик положить, соль, перец. Туда уже к концу. По желанию можно еще положить зелень, если кто любит. И все. Девочки, что еще очень важно... Не закрывайте крышкой, пока вся влага не испарится. Видно, что да, влаги тут много. Поэтому, чтобы она не подгорала, на медленном огне нужно это все тушить. Но, чтобы она испарилась, надо уже когда испарится влага, тогда только можно будет уже накрыть крышкой и на слабом огне тушить. А сейчас пока пусть выпаряется. Ну все, девочки, моя икра готова. Я даже крышкой ее не накрывала. В общем, она потихоньку тушилась, испарялась водичкой. И, в общем, она уже готова, и водичка испарилась. Все остынет, и можно кушать. Ну, еще, девочки, решила сварить компотик. У меня тут алыча красная, яблоко и персик. Вот, буду пить компот. Ну, вот и все, мои хорошие. Все, что я хотела приготовить на утро, я приготовила. На обед у меня есть еще окорочка остались с макаронами покушаем. Ну, а если я на ужин что-то надумаю готовить, то это уже попадет в следующий блог. На этом я хочу видео свое завершить, чтобы уже сесть смонтировать вам его, и чтобы вы вовремя его получили, и посмотрели, и написали комментарии, чтобы видео не было слишком длинными. В общем, видите, вчера выходной день был, воскресенье, и я, собственно говоря, позволила себе выходной сделать выходным, и, в общем, большую часть времени просто отдыхала.
Начала смотреть я сериал «Напарницы». Ну, в общем, ничего так, сериальчик. Я его не досмотрела, сегодня буду еще досматривать. Так что на этом видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!